Всем привет, с вами снова Вулкан, и сегодня я решил заснять обзор на игру под названием Slash HD. В общем, это очень крутая игра, очень-очень крутая игра, она мне очень сильно понравилась. В общем, давайте же нажмем Level Select, выберем какой-нибудь интересный уровень, в общем, допустим, этот. И в чем задумка этой игры? Нам нужно нажать на вот ту кнопку, значит, мы отодвигаем это лезвие. Так. Что-то оно не отодвигается. В общем, я возьму другой уровень. Секунду, так. В общем, это как головоломки тут, значит. Ну, сначала нам первый уровень нужно просто на кнопку нажать, потом нам нужно отодвинуть. Успеть нажать, пока двигается эта фигня. Потом нам нужно отодвинуть эту фигню и нажать. И так далее. В общем, с каждым левелом тут все сложнее и сложнее. В общем, да. Ага, вот так надо было. Так. Так. Вот, значит, с каждым левелом все сложнее и сложнее, появляется, как мы видим, несколько этих штук. Ой-ой-ой. Ну, в общем, да, вот такая вот игра, называется она Slice HD. Еще раз повторю, если она вам понравилась, обязательно скачивайте ее. Лично мне она очень понравилась, это очень интересная задумка, и думаю, она вам тоже понравится. В общем, на этом все. Если вам понравился этот видеообзор, обязательно ставьте лайк. Также, если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь на канал. У меня еще много обзоров на игры, на телефоны, на базе Android. И с вами был Вулкан. Всем удачи, всем пока. Спасибо вам большое за просмотр.